Рабочая группа Федерального агентства стратегических инициатив провела заседание в Ханты-Мансийске. Мероприятие провели в рамках фестиваля креативных индустрий «Креометрия». Место для проведения встречи выбрали не случайно, ведь Югра – это первый регион страны, где приняли закон о развитии креативных индустрий. Эксперты из разных областей бизнеса, науки и менеджмента делились идеями развития оранжевой экономики региона, а также обсуждали возможность масштабирования опыта Югры на федеральном уровне. Резолюция заседания определит дорожную карту рабочей группы. Очень символично, что именно Югра стала стартовой площадкой. Нам это очень приятно. Мне кажется, что Север еще полностью не раскрыл свой потенциал. Это прежде всего силы, богатейшие силы природы и глубочайшее наследие. Те коренные народы, которые проживают исконно на этой земле, они несут очень важный потенциал для устойчивой, гармоничной экономики и жизни будущего.